здесь очень классная атмосфера. Нам здесь очень нравится, все очень круто. Все приветливые, все хотят общаться друг с другом. И это здорово. Нам нравится здесь. Если ты что-то выигрываешь или занимаешь какие-то места на любых соревнованиях, ты очень счастлив, ты... Буря эмоций. Да, нахлёст, ты всё, ты рад, и ты счастлив. Не знаем, что мы будем делать завтра, какой будет завтрашний день, а тут говорят 10 лет. Куда, как вообще? Это очень много. Это очень много, и... Этот вопрос будет вообще в замешательство. Но поскольку мы стрелки, ну, наверное, это будет что-то связано со стрельбой. Не так ли? Да. Главное — это тренировки. Тренировки — это база. И после уже победа.